Принц Гарри и его супруга Меган Маркл оставили тщетные попытки наладить отношения с правящей монархией после их отречения от королевской семьи. Складывается ощущение, что они делают все, чтобы позлить родственников принца и нарушить многовековые устои короны. На крестинах своей новорожденной дочери малышку зовут Лилибет Диана, супруги решили обойтись без королевских условностей. Неужели нас ждет очередной скандал? Согласно популярному изданию The Mirror, священное таинство пройдет не в Лондоне, как бы хотелось старушке Елизавете, а на родине Меган в штате Калифорния. К сожалению, имена крестных родителей Лилибет Дианы все еще неизвестны, но в этот список точно не войдут принц Уильям и Кейт Миддлтон. Более того, никто из членов британской семьи не получил заветное приглашение. Сассексы заявили, что намерены делать все по-своему и постоянно это доказывают, комментирует поступок Маркл королевский эксперт Ричард Фицуильямс. Он напомнил, что и своего первенца Арчи принц с актрисой крестили так, как им было удобно. Сценарий повторяется, в прошлый раз их спасла часовня Виндзор. Что же сейчас поможет известным родителям избежать гнета со стороны королевской семьи и общественности? Как сообщает российский интернет портал news.ru, в начале июля принц Гарри изъявил желание крестить дочь у себя на родине в Британии. Что же произошло за эти полтора месяца? Какие манипуляции применила Меган Маркл, чтобы добиться своего? Нам остается только гадать.